Приветствую, друзья, на связи Андрей Жариков. Как вы знаете, некоторое время назад прошла информация о том, что Ольга Клейнард уходит в другую компанию. Это вызвало определенную панику среди инвесторов. На последних утренних кофе Ольга Клейнард опровергла эту информацию. Давайте послушаем. Я не сомневаюсь в том, что у нашей компании большое будущее. Не сомневаюсь. Ну вот кто-то мне пишет: Ольга, скажите, а вы на сколько процентов верите в то, что компания работает и что будет вывод? Я всем отвечаю: я верю на 100%. Что мне хочется сказать, что уходить из компании я не собираюсь. Канал у нас не закрывается. И если кто-то из спикеров ушел или кто-то еще, может быть, уйдет, это совершенно не говорит о том, что мы не собираемся уделять внимание данной компании. Но если зайти на страницу Ольги Клейнард ВКонтакте и прокрутить немного ниже, то мы найдем здесь сообщение от 2 апреля. По сути, это репост видеоролика, посвященного компании FinStudio. Это инвестиционная компания. Видите, ролик называется «Самые надежные инвестиции в 2018 году». И тогда встает вопрос интересный. Ольга прямо клятвенно заверяет, что она в компанию верит на 100%, уходить никуда не собирается. Но при этом, буквально через несколько дней после утреннего кофе, на своей странице открыто совершенно пиарит другую компанию – FinStudio. Вам не кажется, что как-то слова у Ольги расходятся с делами? Хватит обманывать людей! Кроме того, помните выступление Ольги Клейнард в Германии, где она выступила на протяжении 17 минут и рассказала там текущие новости? Я тогда еще обратил внимание, что как-то странно ради 17-минутного выступления ехать за несколько тысяч километров. Так вот, естественно, помимо Ольги Клейнард, там были выступления и других спикеров. И вот давайте посмотрим, в тот же день выступает еще один спикер. Вы можете сами найти на YouTube видеоролик презентации FinStudio в Германии. И увидите, что здесь выступает человек в том же самом помещении, где выступала Ольга Клейнард, и делает короткую презентацию компании FinStudio. А теперь Ольга Клейнард пиарит и рекламирует данную компанию на своей странице ВКонтакте, несмотря на то, что лидерам компании Квестра и Леонора это делать запрещено. Вот это поворот! И те из вас, кто говорил, что вот эти лидеры, которые ушли, перестали продвигать компанию, Антоненко, Джураев, Кравцов, это все предатели. А вот Ольга Клейнард, она молодец, она настоящий лидер. Ну и что вы теперь скажете, когда Ольга начала открыто продвигать другую компанию? Получается, Ольга-то ничем не лучше. Под роликом пишите комментарии, что вы думаете по данному поводу, ставьте лайки или дизлайки. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго.